Нас общение истощает, потому что оно не дает ощущения существования, оно дает такой суррогат, суррогат близости. А это хуже, чем ее отсутствие. Когда двое дома сидят, значит, если он один, она подумает, может, то поделать, или это поделать, там, и так далее. А когда что-то сидит рядом, общение у вас отсутствует, то есть вы не можете быть не сами по себе, как одни. Да, вот это вот один. Все уехали, этот, да, мы тут свободны. Вот. Не этой свободы, то есть надо все равно что-то играть. Ну, играть не в смысле там спектакля, а в смысле, ну, как-то все время держать в голове присутствие. А с другой стороны, нету моего существования, потому что другой человек не дает мне его.